Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import, и вы смотрите первый видео авторынок. Если вы еще до сих пор на нас не подписаны, рекомендуем подписаться на канале. Много полезного и интересного о том, что касается выбора и покупки подержанного авто, в том числе и обзоры в разных форматах. Ну а если вас интересуют автомобили у нас в наличии, либо наши вакансии, все это смотрите по ссылочкам. Ссылки в описании. Герой нашего сегодняшнего обзора – это полноразмерный корейский кроссовер. Подобный формат замечательно подходит на роль единственного семейного автомобиля. Плюсом этих моделей, когда они были новыми, была хорошая конкурентоспособная цена по сравнению с японскими аналогами. Отчасти это преимущество сохраняется и на вторичном рынке. А вот о том, про что нужно помнить перед тем, как купить подержанный Hyundai Santa Fe третьего поколения, в нашем сегодняшнем обзоре. Санта-Фе третьего поколения в кузове DM появился в 2012 году. Его выпуск продолжался до 2019, а в 2016 машину провели через рестайлинг, в ходе которого слегка освежили внешность. На российском рынке подобные автомобили продавались только в пятиместной версии. Семиместных Hyundai Grand Santa-Fe нашему потребителю официально не предлагалось. Такие автомобили были завозными. Соответственно, под капотами российских машин стояли всего два варианта силовых установок. Бензиновый либо дизельный. Бензиновый двигатель объемом 2.4 выдавал 175 лошадиных сил и мог сочетаться с полным либо передним приводом, в том числе и с механической коробкой передач тоже. А дизельный вариант был только с 4WD и автоматом. Такой мотор имел объем 2,2 литра и мощность 197 лошадиных сил. Сегодня у нас на подъемнике 2013 год, 2.4, бензин, 175 лошадей, полный привод и автоматическая коробка передач. Санта-Фе третьей генерации – это полноразмерный большой автомобиль. Длина кузова этой машины 4 метра 69 сантиметров. Ширина – 1,88 м, а высота – 1,67 м. Колесная база 2,70, как у седана бизнес-класса. А снаряженная масса 1766 кг. Максимально разрешенная 2,5 тонны. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, для данных автомобилей заводской слой будет лежать в диапазоне от 90-100 до 140 с небольшим микрон. При этом, несмотря на стандартную толщину, лакокрасочное покрытие у Санта-Фе третьей генерации нельзя назвать особо прочным. Сколы и царапины для этих автомобилей – обычное дело. И даже на 2-3-летних автомобилях уже можно было наблюдать их достаточное количество. Несмотря на то, что ржавых до дыр Санта-Фе в кузове DM встречается не так уж и много и не так часто, но сколы до металла крайне желательно оперативно подлечить, поскольку если автомобиль эксплуатируется в регионе, где в ходу антигололедные реагенты, подобные сколы запросто могут спрогрессировать в очаги коррозии, пусть и точечной. Кстати, не удивляйтесь по этому поводу, но достаточно часто встречающийся момент на таких автомобилях – это подкрашенный козырек крыши, поскольку клиновидный передок именно в этом районе ловит сколы наиболее активно. Также к особенностям кузова Санта-Фе третьего поколения можно отнести и не очень хорошую герметичность оптики. Фары здесь имеют свойство запотевать. Равно как не отличается долговечностью и хромированная отделка. На некоторых автомобилях при определенных обстоятельствах хром также имел свойство тускнеть при относительно небольшом пробеги и сроки эксплуатации. Не лишним будет при осмотре подержанного экземпляра проверить на исправность штатную камеру заднего вида, а также, и это довольно часто встречающийся дефект, кнопку открывания багажника на работоспособность. Зато в том, что касается надежности бортового электрооборудования и салона, Санта-Фе третьей генерации попрекнуть практически не в чем. Здесь нет вопросов ни по климатической установке, ни по надежности вентилятора отопителя, ни по отказам бортовой электроники, таким как подогревы сидений, руля или стеклоподъемников. Хотя Санта-Фе третьего поколения опциями отнюдь не обделен. Правда, некоторые все же сетуют на недостаточную износостойкость материалов салона. Ну так никто и не обещал премиальности в этом автомобиле. Зато в какой-то степени удивляет наличие здесь мягкого пластика на передней панели и дверных картах. Правда, это не касается абсолютно всего пластика в салоне. А вот основная проблема и глюки, с которыми владельцу Санта-Фе приходится бороться, связаны с мультимедийной системой. Здесь она откровенно неудачная, и многие владельцы на автомобилях с пробегом уже заменили штатную мультимедиа на что-то свое.
Ну а теперь о том, что касается силовых установок под капотом Санта-Фе третьей генерации. На корейский рынок в версии Grand Santa Fe ставился V6 объемом 3,3 литра. Но про этот мотор поговорим как-нибудь в следующий раз. А сегодня про силовые установки на официально проданных по каналам российских дилеров автомобилях. Бензиновый двигатель – это G4 KE. Рядная алюминиевая четверка объемом 2,4 литра. Мотор выдает 175 лошадиных сил и 220 ньютон-метров крутящего момента. По своей конструкции G4 KE на самом деле не слишком замороченный. Здесь обычный распределенный впрыск топлива, во всяком случае для российских автомобилей. Стоят фазовращатели на впускном и выпускном распредвалах, а привод ГРМ цепной. Из дополнительных элементов, усложняющих конструкцию агрегата, балансирные валы. При исходно простой конструкции этот мотор должен был получиться вечным, однако это не вполне соответствует действительности. На практике G4 KE исхитрялся отправляться в ремонт или на замену на пробегах от 50 до 150 тысяч километров. И самое страшное, что с ним могло произойти, это проворот вкладышей вследствие недостаточного давления в системе смазки. Причиной чему зачастую являлся маслонасос. Надо отметить, что на ранних версиях подобного мотора, которые ставились на автомобили еще до появления третьего кузова Санта-Фе, была проблема с задирами, но с 2012 года производитель начал устанавливать маслофорсунки для охлаждения поршней, и этот вопрос отступил на второй план. Так что езда со сбоящими катушками зажигания в течение продолжительного времени не очень хорошая идея, если каталитический нейтрализатор еще не покинул вашу систему выпуска. Если говорить о несмертельных неисправностях, то на данных двигателях встречается разрушение выпускного коллектора в районе 2-3 цилиндров, но это уже не столь критично. По сути, остальные моменты единичны и являются мелочами, как, например, периодически сопливающаяся прокладка клапанной крышки или задний сальник коленчатого вала. В случае, если вам повезло и вы избежали проблем с маслонасосом, данный агрегат будет способен отработать порядка 300 тысяч километров пробега. Естественно, как любой современный двигатель с алюминиевым блоком, перегрева он боится. Так что не забывайте следить за частотой радиаторов охлаждения и чистить их хотя бы раз в сезон перед наступлением серьезных плюсовых температур. Вторым силовым агрегатом под капотом такого Санта-Фе будет являться дизель. Объем 2,2 литра, 197 лошадиных сил и целых 440 ньютон-метров тяги. С таким мотором данный кузов разгоняется до 100 км в час уже менее чем за 10 секунд. Такой мотор агрегатируется только с автоматической коробкой передач, и дизельный Санта-Фе всегда полноприводный. D4 HB имеет чугунный блок цилиндров, рядная четверка, два верхних распредвала, цепной привод газораспределительного механизма. И, кстати, в отличие от бензинового мотора, на дизеле есть гидрокомпенсаторы, поэтому заниматься регулировкой клапанных зазоров не придется. D4 HB – это турбодизель, причем к ресурсу самой турбины вопросов нет. Периодически возникают вопросы лишь по приводу изменения геометрии турбины, подклинивает шток. А также бывают случаи отказа датчика давления наддува. В целом, к мелким проблемам можно отнести и проблемы с реле управления свечами накала. А, пожалуй, самой дорогостоящей проблемой для такого дизельного двигателя может стать система впрыска. Производитель Bosch, система Common Rail с пьезофорсунками. И вот эти самые пьезофорсунки, будучи довольно дорогими, весьма требовательны к качеству солярки. Так что заправлять дизельный Санта-Фе абы чем может влететь в копеечку. Также не забывайте, что на подобных автомобилях будет на борту система EGR и сажевый фильтр. Клапан EGR периодически зарастает нагаром, его необходимо чистить. Ну а сажевый фильтр вполне возможно придется либо удалять и перепрошиваться, либо менять. Правда, произойдет это на пробеге уже за 200 тысяч километров. Вообще, в плане ресурса D4 HB это неплохой вариант. В исправном состоянии подобный двигатель пройдет до 450 тысяч километров. Правда, на нашей практике встречались случаи, когда на подобных дизелях пробивало прокладку под головой. Поэтому осмотр дизельного Санта-Фе лучше доверить профессионалам, ну, либо хотя бы профильному сервису, специализирующемуся на ремонте дизелей.
Что касается коробок передач, на этот кузов Санта-Фе устанавливалось несколько вариантов. Механическая коробка носила индекс M6GF2. Эта шестиступенчатая механика отличается довольно-таки неплохой надежностью, но есть нюансы. Так, сцепление в среднем выхаживает около 100-150 тысяч километров. И есть приличный шанс, что после 150 тысяч менять придется не только корзину сцепления и выжимной, но еще и двухмассовый маховик, который стоит отнюдь недешево. Поэтому при осмотре подержанного Санта-Фе с механической коробкой на тест-драйве обязательно обращайте внимание на отсутствие ударов при переключении. Подобный симптом как раз-таки свидетельствует о выходе из строя демпферной части маховика. Также на пробегах за 200 коробка может начать потихоньку гудеть подшипниками. И практически гарантированно к пробегу 200+, вам придется поменять опорный подшипник правого привода. Встречаются также и протечки сальника первичного вала. Ресурс подобной механической коробки при нормальном обслуживании практически гарантированно окажется за рубежом 300 тысяч километров пробега. Правда, сочетается такая трансмиссия сугубо с бензиновыми двигателями. Что касается автоматических трансмиссий, на бензиновых и дизельных машинах стояли разные модели коробок. А6МФ2 на бензине и А6ЛФ3 на дизеле. Дизельная КПП переваривает больший крутящий момент. Она усилена. По конструкции обе коробки – это классические гидромеханические автоматы на 6 передач. И основные проблемы, связанные с ними – в первые годы выпуска это программное обеспечение. Эти трансмиссии не отличаются расторопностью и мягкостью переключений, с чем производитель изначально и боролся при помощи обновленных прошивок. С точки зрения ресурса обе коробки на самом деле хороши и выхаживают под 300 тысяч километров пробега, если вы будете менять в них масло раз в 50-60 тысяч километров. Эти трансмиссии не любят перегрева, буксований, а также очень критически относятся к чистоте рабочей жидкости, как и любая современная трансмиссия. Основные вопросы по этим автомобилям относятся не к коробкам, а к системе полного привода. Слизанные шлицы дифференциала – практически обыденность. Встретиться с такой проблемой можно и на бензиновой, и на дизельной машине. Но у дизелей, благодаря большему крутящему моменту, подобная проблема встречается чаще. При этом вся индикация системы полного привода на приборной панели продолжает исправно функционировать. Но задняя ось в работу не вступает. Она подключается при помощи фрикционной многодисковой муфты. И проблема может крыться как в ней самой, так и в дифференциале, его шлицевой части. Проверить последнее достаточно просто. Если на стоящей неподвижно машине вы можете вращать кардан руками свободно, значит полного привода у вас уже нет, и вас ожидает довольно небюджетная процедура его восстановления. Если же вы смотрите автомобиль в зимнее время и у вас под рукой скользкая поверхность, проверить исправность 4WD будет гораздо проще. А вот делать это нужно в обязательном порядке. Ну а теперь про ходовую часть. Hyundai Santa Fe третьего поколения. По своей конструкции передняя подвеска этого автомобиля представляет собой стойки Макферсон. Шаровые опоры в данном случае, как и на старых японцах, у нас на болтах. То есть поменять нижнюю шаровую вы можете отдельно от рычага. И это есть плюс. Соответственно, есть возможность замены шаровой на оригинальную деталь. Стабилизатор поперечной устойчивости здесь имеет довольно-таки толстое солидное сечение прута. Крепится он на подрамнике, и доступ к его креплениям здесь плюс-минус имеется. Если говорить о ресурсе компонентов передней подвески, то картина выглядит примерно следующим образом. Наименьшим ресурсом здесь отличаются как раз-таки стабилизатор поперечной устойчивости, стойки и втулки от 40 до 60 тысяч километров от замены до замены в зависимости от характера покрытия, по которому эксплуатируется автомобиль. Не отличаются вечным ресурсом и опорники передних стоек. Характерная неисправность – это стук при проезде мелких неровностей сверху из-под капота. Около 100 тысяч километров их ресурс. Плюс-минус столько же ходят и ступичные подшипники, которые на этих моделях меняются вместе со ступицей. Шаровые опоры и передние амортизаторы живут подольше, от 130 до 150 тысяч. Ну а самым крепким компонентом спереди будут сайлентблоки передних рычагов. Их ресурс это 160 тысяч и более. Как уже упоминалось, при осмотре машины снизу не поленитесь проверить кардан на наличие шлицевой части. В
случае, если шлицы срезало, кардан будет вращаться свободно на заторможенном автомобиле. Кстати, средний ресурс подвесного подшипника кардана – это также чуть за 100 тысяч километров пробега. В задней части автомобиля мы наблюдаем топливный бак. Здесь он пластиковый, его объем 64 литра, горловина также пластиковая, гнить не будет. Что касается задней подвески, здесь она многорычажная. Средний ресурс компонентов около 200 тысяч километров пробега до появления необходимости первых замен. Но сайлентблоков побольше обычного, поэтому при осмотре особое внимание на их состояние, равно как и на состояние сальников заднего редуктора, перед которым располагается та самая многодисковая муфта подключения в работу задней оси. Электрический разъем, находящийся на ней снаружи, косвенно намекает на то, что Санта-Фе – это все-таки не внедорожник, а асфальтовый полноприводный легковой автомобиль. Посему, если предыдущий владелец имел привычку штурмовать на данном автомобиле броды и делал это часто, вы можете столкнуться с ошибками по системе полного привода как раз по причине окисления внутри разъема. Из особенностей конструкции задней подвески можно также отметить отдельно стоящие от пружин задние амортизаторы. Ну а запасное колесо в данном случае у нас подвешено снизу. Таким мы увидели сегодня Hyundai Santa Fe третьего поколения в кузове DM, автомобиль с двигателем 2,4 литра, бензиновым на 175 лошадиных сил, автоматом и полным приводом. Если у вас был или есть подобный автомобиль, на котором вы накатали не одну сотню тысяч километров, и вам есть в чем нас дополнить и в чем поправить, обязательно пропишите все в комментарии людям, которые думают о покупке подобного кроссовера. Ваш комментарий поможет определиться с выбором. Также не забывайте писать в комментарии, какие машины вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Ну а мы, в свою очередь, постараемся их для вас добыть и отснять. Если обзор вам понравился, оказался полезен, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока!